Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «В гостях у Елены» и «Моя деревенская жизнь с нуля». Христос воскрес, дорогие мои друзья! Хочу показать, как я в этом году выпечку оформила. Все очень просто. По одной причине, что я не хочу кушать много сахара, да, вот эта замазка сверху, которая еще и сыпется слегка пудрой. Пудра – это тоже сахар, но не в таком количестве. Вот. И в этом году у меня такая выпечка, значит. Я улиткой все сворачивала. Я как-то показывала уже про это. Значит, это у меня творожный. Все эти рецепты у меня есть на канале. Тоже видите, как улитка. Ну, а здесь разрезаешь косичку и сворачиваешь с одной стороны. И потом одну кладешь наверх, одну часть кладешь на другую часть и погружаешь в форму. А здесь, видите, как там у меня это осталась штучка. Я не стала этого делать. Я просто, у меня есть форма сердечная. Я ее так называю, в виде сердца. И вы ее видели, всегда в ней выпекала. Вот так красиво получилось. Это как пух. Вот это тоже творожный. Вот эти два как пух. У меня есть еще, но они, потому что там рецепт, значит, кулич как пух, там идет на 1 300 кг муки. Вот. Это вот то, что вот себе. Значит, это всегда я выпекала пасхальный венок. Один из одного, ну, рецепт, ингредиенты одного рецепта, из него делала большой. А в этом году я решила вот таким образом разделить, сделать вот так, сделать вот такой один большой, тоже в виде улитки, он так интересно разложился. И вот тоже. Это этот и вот этот я выпекала в кекснице. Вот. Такой вот он красивый получился. А этот в форме. У меня такая форма есть. Вот. Но в этом году я не заплетала косой, а вот эти косы разрезала. Ну вот, три их у меня обычно было вот в этом венке, да, в этом рецепте. Я их переплетала. А здесь я просто по одной раскатывала, сворачивала, разрезала и переплетала две, и одновременно они раскрывались. Это с маком мы очень любим. Очень любим. Артем сказал, как можно больше. Значит, много-много-много мака. Вот. Это здесь у меня идет с курагой. В общем, смесь папайя, там вот это цукаты. И это тоже. Это идет у меня с черным и белым шоколадом. И внутрь я посыпала вот эти украшения сахарные, которые сверху. У меня есть просто белые, голубые были, и я их туда внутрь просто посыпала. Вот. Так что вот сегодня праздник замечательный. Очень вчера шикарно били колокола. Так было хорошо, так было приятно. И яйца. Я всего лишь три цвета, вы видите, покрасила. Не стала много красить, вот этого достаточно. У мамы там из шелухи, я не стала из шелухи делать, чтобы много одинаково было, чтобы какое-то разнообразие, это просто красиво. Я для красоты, ребятушки мои дорогие. Вот. Так что всех поздравляю, желаю вам мира, радости, любви, счастья, добра, душевного покоя, побольше смеха и радости. Именно это наполняет нас жизнью. На улице у нас был дождь хороший, он ожидался. И нет-нет, солнышко. То всходит, то заходит. Но, в принципе, комфортно. Не жарко, но комфортно. Где-то градусов, наверное, 12. Очень хорошо. Сегодня мы будем жарить, вон у нас там мангальная зона. Будем жарить мяско. И будем отдыхать, дорогие друзья. Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 4 мая, суббота, все готовятся к Пасхе, и я тоже. Вчера пекла куличи, но до этого, до мая, видите, мы убрали все здесь. Артем помог увести меня отсюда. Значит, я их обрезала, чистила, сортировала, какие куда, да,
а он увозил маленькие горшочки, я уносила туда, расставляла. В общем, слава Богу, вот это я сделала. Артём помог. Чисто, здесь теперь будет зарастать травичка. Все програблено, все сделано. Сад, огород прибранный, друзья мои. Очень торопилась до Пасхи все сделать, потому что после Пасхи туда дальше у меня рынок. И некогда. Там уже куй железо пока горячо. Там уже продажи рассады, и это должно идти быстро и быстрее. Чем быстрее продадим, тем лучше. Так, дорогие друзья, у нас ночью было минус 4 градуса. Хочу вам сказать, многое чего уже появилось у нас. А вот этот в саду вот растения появились. Но я, да, кстати, розы все обрезаны, но это я уже, наверное, показывала, говорила. Дельфиниум сходит. Это не болеро, это другой. Один у меня вымок, видимо. Он такой маленький, несчастненький был. А там вот и этот отлично. Что хочу вам сказать. Были морозы, был мороз минус 4. Про эту гортензию две сестры, вот я забыла. Ладно, ничего страшного, она выдвинет другие почки, все нормально. Она была пересажена сюда, поэтому я забыла ее накрыть. Но я вам хочу сказать, что другие я накрыла, но сейчас покажу. Вот еще один дельфиниум. Тюльпаны сейчас только встали. Вот они какие красавные. Видите, я уже там замульчировала травичкой. Тут вот потихонечку начинает сходить газон. Я тут везде посеяла газон. Теперь у нас осталось там часть выровнять. Вот смотрите, тюльпаны. Некоторые только-только-только приходят в себя. Они были прибиты морозом. Жалко. Такие классные тюльпанчики. Эти встали. Это моя любовь вообще. Но были вообще поникшие. Примулкам, конечно, ничего. Вот они. Вот. Тут тюльпаны только расцветают. Здесь тоже. Да, бусинка? Вот, дорогие друзья, вот эту горочку я сделала. Так, вот, смотрите, встал. Я так боялась, но видно, что прибитый. Все было вот так. И все было сверху с инеем, и эти цветы померзлые были. Думала, ну все. Все, думаю, все. Вот, смотрите, куда я сложила. Все горшки с растениями. Тут, вот, видите, у меня уже всходят лилии, хосты, все потихонечку всходит. Обобрала их всех, обрезала, сухие убрала. Все потихонечку, лилии вон сходят. Вот. Хочу вам сказать, что были выпады. Обрезая и рыхлила там все внутри у каждого горшочка. Поняла, что были выпады. Какие? Допустим, из лилии у меня 6 горшков были поедены мышами. Хотя говорят, что когда я укрывала в прошлом году лутросилом ящики, и у меня там тоже было погрызано, и мне писали, что вы не накрывайте, бесполезно. Вот не укрыты, и все те же самые. Да, без этого не бывает. Я вот так только скажу и как бы от этой темы отойду. Вот, кстати, болеро. Огромный куст. Отцветет, и он, я его буду делить. Так, кто там на очереди? У меня, по-моему, двое еще на очереди. В общем, я буду говорить об этом. Его очень быстро раскупают у меня. Все перетащила сюда. Думала вообще. Ой, очень устала, ребят. Но без этого никак. Это работа. И когда ты видишь концовку, это такая благодать. Это так приятно. Тут и флоксы, все. Я сейчас не буду вам ходить называть. Пионы все вот сходят. Вот. Пионы в горшках даже. И покажу вам вот эту гортензию, которую на углу я поделила. Помните, я вам показывала ее, что буду делить по горшкам. Хочу вам сказать, что вот ее я лутросилом вот так сверху прикрыла. И тоже есть небольшая, ну, померзли чуть-чуть, видите, тоже. Вот он листик, такой вялый желтый. Еще раз скажу, хотя все они были под лутросилом, вот так лутросил, толстый лутросил, чуть-чуть тоже есть. А то забыла. А знаете почему? Потому что мелочь-то другое. Как бы я о ней помнила. Но я не переживаю. Друзья мои, все это вырастет. Все это нарастет, и все будет хорошо. Шалфей хорошо пережил у меня. Так, это черенки прошлогодние тоже. Буду пересаживать их. Смотрите, как хорошо пережил. Вот она, бульдонежечка моя, как я говорю. Черенки бульдонежи.
В общем, это гортензия метельчатая, хорошие черенки. Я почему по одному, я хочу их формировать, чтобы красиво. Сейчас вам покажу сзади, я наформировала там жасмин. Так, пионы вот сходят в ящиках. Мы их, которые делила для себя, сюда не высадила, а в горшках. Это тоже растение, потом я его разделю. Надо намочить. Клубника хорошо, я ее почистила, вышла из зимы. Вот она, клубника. Прямо рада. И вот, вот эти растения. Вот. Вот видите, тоже я обрезала. Вот пион тоже. Вот. Это, видите, прекрасно себя чувствует. Я смотрю, что нормально даже с цветочками. Вот будут ягодки небольшие. Это, значит, кусты голубики. Ну, вот кустик какой хорошенький, вот видите. Вот смотрите, жасмин на ножке. Видите, какой красавчик. Один остался, у меня было 12 штук, их все раскупили. Так, не один. Вот еще два на ножке. А этот маленький был. Но так вырос за осень, тоже ножка маленькая, она должна еще подняться. Такой красавчик. Так, ну вот. Вот хосты уже всходят. В общем, вот потихонечку, дорогие друзья, это мое место работы. Здесь я работаю, переваливаю, пикирую. Вот ящики, которые лилии у меня. Два ящика, получается, лилии. Да и много-много чего поели эти паразиты. Земляничку буду только пересаживать. Вот она. Она тоже нормально. Вот подготовила для нее. Вот. Это кассеты для, короче, подготовлены для земляники. Вот, показываю. Посмотрите, хризантемы. Одна часть пережила. Представляете, без укрытия. Просто без укрытия решила попробовать. Просто в ящике. А два ящика, которые поближе были сюда, от забора, не пережили. Ну и ладно, ничего страшного. Черенком еще сделаем. Вот они, хосты. Сходят потихонечку, мои любимые. В общем, вот это все. Вот это все я почистила, убрала ненужное, вот, прополола все растения, овсяница и варигата и такая. Вот они все, колокольчики, астильбы. Вот все, вот это все прекрасно. Вот оно все готово. Буду после Пасхи подкормлю, для того, чтобы все это потом красиво росло и везти на рынок. Вот смотрите. Видите? Это вот этот лук. Вот он будет скоро цвести. Вот. Видите? А валялся утром рано в 6 часов, я пришла в теплицу проверить. Он валялся просто, вы бы видели как, сверху прямо. Иней был с льдом. Вот, снег как будто мелкий такой и лед. Вот. Вот подготовлены. Здесь у меня они будут, я их потом обмою, добавлю сюда хорошего перегноя и посажу сюда острый перец. Видите, все потихонечку, все немного пострадало. Да, но ничего страшного. Да, вот про чеснок хотела сказать. Там я говорила, что у меня выпады, но многие подумали, что прям совсем вот... Нет, это не так, конечно. Местами, вот, допустим, здесь вот его нету. Вот я смотрела, считала, там вот нету, вот здесь вот нету, вот здесь два нету. И вот, вот эта вот часть здесь. Но я, знаете, что думаю? Я думаю, что здесь все равно котики поработали. А так вот он. Морозы и все такое, перемена температуры. Но сейчас нужно обязательно еще подкормить. Одна подкормка у меня была конским навозом. Обязательно еще подкормлю. Будем накрывать уже после Пасхи парники. Будем уже готовиться, дорогие друзья. В общем, вот так вот вам. Небольшой такой вот обзорчик, что сделал мороз. Слава богу, здесь все хорошо, все отлично, все, потому что все подтапливалось. Посмотрите, какие кабачки латненькие. Мне говорили, написали в комментарии, чтоб я сажала в теплице везде побольше, значит, как ее, редиску и еще что-то, и везти на рынок продавать. Мои дорогие друзья, я этим не занимаюсь. Ни в коем случае я этим не занимаюсь. Этим заниматься, это, представляете, сколько нужно теплиц иметь? А теплица — это основа для моих выращиваний томатов для сортовых, ну, семена. Я продаю
семена. У меня есть в интернете семена, ссылка в описании под видео будет. Магазин семян. У меня для этого, а не чтобы продавать вот такой вот мелочью. Мне Артём на рынок не везет. С трудом мы едем в субботу, в воскресенье с ним, и не каждую. А вы говорите, чтобы я вот это вот... Если это выращивать, зелень все это, надо постоянно быть на рынке для того, чтобы покупалось, понимаете? Это не так, так мелко, зачем мне это нужно? Вот, спасибо, конечно. В принципе, я вижу, что продают бабушки, и все там это есть. Не особо-то у них их и берут, я смотрю. За такие копейки ехать в Рузу, тратить бензин, тратить день, меня не согласится муж. Вот немного у меня, видите, поменяли цвет за эту ночь огурцы. Но я их подкормлю конским навозом, и будет все нормально. Вот там вот арбузики у меня. Ну, в общем, чуть-чуть они пострадали, потому что они теплолюбивые. А томатики все хороши. Все, слава богу, хорошо буду. Сейчас буду смотреть, что и как, кого проверять, потому что это раннее утро. Да, конечно, они тут. Мы включали вот инфракрасники, никаких пушек, ничего. Инфракрасник, у нас 4 киловатта вот наверху. И двойное укрытие. Сотка, пленка и, по-моему, 150-ка, даже вот этот вот лутросил толстый. Но все равно видно, что они как бы некомфортно им было, мои зайки. Некомфортно, ну... Да, что сделаешь, мои зайки? Будем поливаться сейчас. Наверное, я смотрю, что нужно поливать, да. Вот, девочки, праздник праздником, а полив... Растения требуют, как маленькие детки, вынь да положь. Все вроде здесь нормально. Так, базилик, опа, да, все хорошо. Хотя я в 6 утра приходила, проверяла. Ночью мороз, сейчас жгет. Ой, кошмар какой-то. 22 градуса. Ну, не так уж и это. И много. Потому что при открытой двери сейчас у нас 8 градусов на улице. Все вроде нормально. И гортензии здесь все нормально. Салаты, все томаты, все хорошо. Но видно, что они... Комфорта у них маловато было этой ночью. Сегодня уже плюс. Будем надеяться на лучшее. Скорее бы уже на рынок. Вот это вот утомительно, конечно, ожидать рынка. Но, опять-таки, смотрите, 7 числа, сейчас вот я вам скажу. Капуста отличная, только дергай, довези на рынок. Никаких я в этом году не по стаканчикам не пикировала. Вообще я капустой не хочу заниматься. А так, просто так вот продать, ну... чтобы хотя бы за место выиграть. Вот она у меня для этого пускай будет. Потому что нету места. Ну вот смотрите, это же надо где-то держать. Так, и вообще сейчас вам еще кое-что расскажу. Так, ну вот этот... О, здесь с краешки взялся. Видите, ну это ничего страшного. Ничего, это все отойдет. Так, эти все нормально. Эти все нормальненькие, такие заиньки, такие огурчики, конечно, еле-еле душа в теле, но все равно такие морозы потерпеть. Я считаю, что они как бы еще нормальные. Вот этот томатик вообще шикарный, кудрявый малыш. В общем, дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Я в этом году последний раз занимаюсь овощной рассадой. Больше не буду этим заниматься. Будет немножечко, только на заказ. Такое, знаете, которым вообще вот мои знакомые, я это самое, я когда сказала, они в ужасе были. Не хочу, только для себя, для моей коллекции семян, для продажи семян в магазине своем. И я буду заниматься цветами. Слава богу, себе сделала место. У меня уже есть место, оранжерея. Можно сказать, и рядышком еще одну сделаю, мы уже решили с Артемом. И здесь вот просто сейчас не буду говорить как, то есть это тоже оборудуем под цветы. Петуням сильно высокая температура не нужна будет, сюда будем выносить уже кашпо. Я буду выносить, потому что это этим я занимаюсь. Ну а Артем, конечно же, помогает вот эти вот делать закуточки, да? Хорошие закуточки. Я мечтала о них. Вот теперь пришло время работать по-крупному. А цветами заниматься нужно, иметь большое помещение. И вот
как говорится, оно появилось у меня одно, и второе будет. Не хочу заниматься рассадой, очень с ней сложно, это очень дешево, и да, можно заработать, но, конечно, не так много, потому что нужно иметь огромные отапливаемые теплицы. Вы знаете, что рассадники все имеют такие теплицы, но у меня этого нет. В основном у меня будут многолетники, Босенечка согласна, да, и, конечно же, петуньи, лабелии, в общем, различные цветы, которые выращивают другие блогеры, вот, тепличники. Такие буду и я выращивать. Да, Бусяшка? Не хочу вот с этой вот рассадой вошкаться. С ней очень сложно. Эти стаканчики, это все она путается, ломается. Не хочу. Уже просто по мелкому вот этому уже нет желания. Потому что у нас еще, видите, северо-запад Подмосковья. У нас здесь холодно. Смотрите, 4 мая у нас было минус 4. Я вышла, пол четвертого было минус 4. Вот, вот эту мордочку выпустить. Вот, посмотрела в этот самый, на градусник, и в телефоне, ровно как в телефоне говорилось, так и здесь было. Минус 4, дорогие друзья. Поэтому что говорить? Постоянные переживания за эту рассаду. Конечно, перцы дома у меня там в рассаднике. Вот, я вам прошлое видео уже ее показывала. С ней тут имею показывать не надо, она в тепле дома. Вот. Ну, все, слава богу. Ну, видно, видно, что им некомфортно. Но, дорогие друзья, инфракрасники, вон они работали, это тоже деньги. Два дня подряд я включала, потому что у нас и вчера был тоже минус. Вот, и сегодня два дня подряд ночью работали инфракрасники. 4 киловатта. Каждый по киловатту, поэтому ну, потихонечку вот поднимается тюльпаны. Поэтому, дорогие друзья, как сказать... Там, значит, сейчас покажу вам, я в этом видео покажу вам, как я там доделывала. Я не доделала совсем, потому что мне нужно было Артема собрать. Он уезжал. Да, бордюры здесь, конечно, будут сделаны. Будут, на все время не хватает. И рук. Вот, смотрите. Я думала, что я мульчей сверху крупной все разложу. Вот самое сложнее этой. Эту, если вы разрезаешь мешок и сразу раскидываешь, да? На 1 квадратный метр 60 литров у меня уходит. А крупную-то, при том, что она разная, пятерка, вот семерка, такие большие, это для декорации. Еще я ее перебираю. Видите, это переборка еще идет. То есть я высыпаю... И перебираю, вон как там высыпала, вот там у меня полмешка помельче, потом сверху крупно, то есть поняли? Вот смотрите, вот эта семерка, смотрите, какая красота, просто прелесть. И я не доделала, девочки и мальчики, но я же сказала, в этом году столько настроения хорошего, так мне это, сейчас, девочки, буду драться. Такое желание сделать скоренько, и обязательно все это, все закуплено, все у меня есть, все сделаем. И продолжение ручья тоже обязательно, потому что зона отдыха. Мы с Артемом уже после праздников, после 15-16 поедем уже дерево брать. Основание подиума он уже начнет делать. Я буду красить его, потом мы дом будем красить. Вот это у нас запланировано, и мы будем стойко держаться, как мы с Артемом сказали, убьемся этим летом, следующим поедем отдыхать. Шутка, девочки. Вот, но надо приложить все усилия, сделать. Вот, четвертый год мы уже здесь, вот это четвертое лето. Очень мне нравятся вот эти красивые, большие, я как бы их раз, и вот, очень красиво. Сад, натуральные камни, плиты, дерево. Это я просто обожаю вообще. Там тоже будет у нас мостик из палет. Пока из палет. Вот. Потом уже, когда все будет сделано, и там, и здесь, мы уже будем смотреть, потому что я хотела, если, допустим, я уже хотела заказывать все, но у нас там тоже мостик будет, и нам нужно будет... Мне нужно будет посмотреть, чтобы я примерно их одинаковые. Разные я не хочу. Хотя бы, чтобы примерно одного качества. Ну, то есть материал один. Это даже очень хорошо, что я тогда отказалась. Конечно, цена у мужичка была, ого, очень дорого.
А потом Артём говорит: подожди, я сейчас набью руку на зоне отдыха. Потом вот здесь мы еще будем строить, покажем, что. Пока ничего не говорю. И потом, кто его знает, может, я эти мостики сами сделаю. Я говорю: так вот, больно хорошо, своими руками сделано. Потом патио. Я уже выбрала. Он раскричался: не надо тебе. В принципе, эту патио я могу сама сделать. Я сам сделать. Я говорю: ну ты-то сделаешь, а у меня нет времени. Там нужно красить, нужно потом все это. Мне тоже нужно время. И вот, постепенно все доделаем потихонечку. И вот это вот небольшие такие эти отделочки будут даже очень приятно. Смотрите, она ест очень много цветов, очень много травы. Между прочим, лаванду она кусает, и пусть кусает, значит, ее она успокаивает тоже. Лаванда пошла. Вот это была вся она замученная. Здесь очень много снега с крыши Артем счищал. На следующий год будем счищать и вон туда, в ручей бросать его. Вот это очень плохо, самое последнее. Но кончики идут. Я пока ничего не вырезаю. Посмотрим. Вот это рядом вообще хороша. Здесь я подменю, благо, что у меня есть она. Подменю как следует. Уберу, разделю. Это вот, этот, вот, вот эта вот часть, она будет осенней для меня, потому что буду делить. А бордюр мы уже из камней привезем. Это летом уже сделаем уже. Здесь бордюр будет другой. Вот. Потому что... Ну, расскажу потом, почему. Так, ну что, дорогие друзья, на улице прекрасно, праздник. Я вчера пекла куличи, очень прям радовалась, смотрела фильм «Иисус», каждый год я это делаю. Особенно эти года, вот два года, как я не снимаю рецепты, и я очень рада. Я прямо отдыхаю, не хочу никаких рецептов. Такие будут. Будут. Я не говорю, что совсем не буду снимать, но чтобы конкретно вести канал, вот это, и нервничать, вот все переживать, тратить сумасшедшие деньги на это питание, а оно не окупается. Нет, я не хочу. Для того, чтобы снимать, это нужно иметь, дорогие друзья, помощника, оператора. Тогда получается красивые видео. А так, постоянно отвлекаться, значит, от рецепта, это не чисто будет. Там у тебя голова кругом идет. Тебе же нужно говорить, нужно считать, отсчитывать там все. Да, в общем, вы поняли, что я хотела сказать. Не хочу. Тем более, это неблагодарно. А изначально, кто начинал вдвоем, а то даже и втроем, то это получается, конечно, хорошо, красиво. Значит, тот, кто готовит, он должен заниматься только готовкой. А оператор должен заниматься своим делом. А тот, кто готовит, конечно, и посуда, и все. А я была всем. И звук, и оператор, и посудомойка, и повар, и все на белом свете. И потом монтаж мой, все. Это вообще, я в 3 часа ночи снимала видео даже. И что я в ответ видела? Нет, не хочу ничего. Это все не окупается, не нужно все это. Хотите, смотрите. Вот я вам буду показывать свое любимое дело, которые я делаю, буду делиться с вами по-прежнему, буду рассказывать, показывать. Иногда и рецепты будут, я не говорю, что я совсем не буду снимать. Вот так вот. Ну, просто спрашивали там, где ваш кулинарный канал. Закрыла, потому что не смотрели. По вашей просьбе сняла я, открыла его. И просто идеальные видео были, вообще профессиональные прям делала, при том, что сама говорю, в 3 часа ночи. И такое украшение, а вы представляете, сколько на это украшение времени? А еще вы представляете, сколько это денег уходило на эти продукты? На ту зелень зимой и так далее. Да не хочу я даже про это говорить, ребят, все прошло. Смотришь, еще другой раз многие пишут, не оценили это. Не оценили. А это вообще для меня, для блогера, для самого человека, который это делает, этот труд. Это вообще, это очень... Такие слышать после того, как ты потрудился, вот эти вещи, то нет, это не надо. Я к чему шла? Посмотрите, что творится. А вроде как он сильный. Шла показать и рассказала. Посмотрите, что делается. Жалко. Что ж ты, мой дорогой? Давай, держись. Ну, там он, конечно, разрастается. Видите, куда еще пошел? И даже пришел к хосте. Опа, надо выкопать, потому что будет мешать. Это красная хоста, помните, с красными побегами. Высокая, огромная хоста. Так, вот тут я
Тебя выкопаю, мой дорогой. Даже сейчас вот выломаю. Вот подумать только, посмотрите. Он очень быстро разрастается, расходится, но красиво смотрится здесь. Убрала я. Так, ладно, дорогие друзья, буду с вами прощаться, чтобы видео сильное, длинное не было. Вот, прошлое видео вам показала тоже небольшое, как дела у меня с рассадой, подготовка к рынку. И вот это такое видео, как сделать, смотрите, вышло у меня, как сделать вот такой вот небольшой цветник, вот, соединить с общим ландшафтом. Ну, можно сказать, ленивый цветник. Вот, и показала, что натворил, как говорится, мороз. Вот. Все, до новых встреч, с наступающими праздниками. Всех вас, дорогие друзья. Вся неделя праздничная. В общем, с праздниками вас, дорогие друзья. Самое важное – душевный покой. Мира в душе, радости. Чтобы мы могли ощутить эту жизнь по-настоящему. Раствориться с природой тоже. Почувствовать ее. Вот птички поют. Все цветет. Петушки поют. Слышите, какая красота? Вот, вот эта благодать, она очень важна для нас. Вот что важно. А не всякие разные склоки, вот это вот, и унижение друг друга, там, насмехание. За это, конечно, каждый получит свое, это уж точно. Вы знаете, я хочу так сказать, что из этого мира вы уйдете с тем, что накопили вон там у себя, знаете, за рубашкой, внутри. А вы вот эти дома, как вы говорите, что у меня там цыганская кибитка, а у вас там шикарные дома, вау, там. Вы это не возьмете с собой, дорогие друзья. Кому что? Понимаете? Кому что? Мне это не надо. Мне важно совершенно другое. Вот, вот что мне важно. Потому что уже возраст, и уже начинаешь о многом задуматься, многое в себе изменить, ощутить всю вот эту красоту, то, что дает нам Бог. Осмыслить многое. Понимаете? Еще раз хочу сказать, что вы уйдете туда с тем, что накопили ваш внутри вас. Запомните. С этим вы придете к Богу. Он вас с этим примет. А не скажет, что у тебя был дом, прямо крепость, а вот у Лены была цыганская кибитка. Не скажет так Бог. И он не скажет, он так скажет, что тебе до Лены? Ты о себе расскажи. В общем, вы сами знаете, дорогие друзья. Но мне очень захотелось сегодня с вами поделиться этим. Просто вот так друг другу всегда, когда мы будем вот так говорить, тогда мы будем меняться и стремиться к лучшему. И тогда будет все хорошо, тогда и в мире по-другому будет. Забыла вам рассказать, смотрю, видите, там у меня виноград. Сейчас вот я его приоткрою. Он тоже был укрыт, но он у меня хорошо перезимовал. Все, всем пока-пока, до новых встреч!